Во вторник в Самарской области будет ясно и малооблачно, установится жаркая погода без осадков. Днем плюс 30, плюс 33, ночью 18-21, выше 0. Ветер южного, юго-западного направлений, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 33 градуса, ночью плюс 20, ветер южный, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти ясное небо, плюс 31 градус, в дневное время, ночью 21 выше 0. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, дневная температура 32 градуса тепла, ночью плюс 18, ветер юго-западного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 21%, температура воды в реке Волга 16 градусов, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.